Всем огромный привет! Сегодня снимаю видео по заказу в компании Avon по каталогу номер 10, вторая неделя. То есть это у меня второй заказ по данному каталогу. Было отличное предложение на гель для душа в объеме 500 мл с серии Avon Essence «Сладкая мечта». У меня буквально в июле закончился такой. В пустышках покажу. Очень мне понравился, у меня было 250 мл, и он мне не надоел, и хотелось им пользоваться и утром, и вечером. Я, естественно, заказала такой вот громадный объем 500 мл. И такой же объемчик у меня заказала мама. Вот, поэтому у нас получилось две штучки. За них, конечно, еще были мили. И вот по милям у меня как-то... Почему-то мне начислили, в общем, 4 мили, хотя должны... были 5, вот если вот так поставить, 1, 2, 3, 4, 5 товаров. Ну, давайте по порядку. Следующий, это также большой объем 400 мл. Шампунь из серии Advanced Technics. Это у нас питательный для всех типов волос всесторонний уход. У меня, дело в том, что у меня был такой шампунь 400 мл, и к нему две маски. И у меня шампунь этот купили. Я решила запасик пополнить, потому что маски есть. Я люблю, когда все одной серии. Затем клиент. У меня новая клиентка меня нашла по интернету. Она заказала две шампуньки. Одну вот такую вот из серии Naturals. Это здоровый блеск. Клевер и черная смородина. 250 мл. Аромат тестировать не могу, потому что все не мое. И... второй имбирь манго. Это вот это. Тоже для этой девочки. Также Avon Natural серия. Они были очень дешевые, по 65 рублей. Так, вот уж ее вместе поставим. И у меня есть спрей для волос, непревзойденный объем. Малина, гибискус. И, естественно, к нему в парочку я не смогла не заказать всего за 65 рублей шампунь. Тем более сейчас лето. Видите, сразу такие заказы. Гели, шампуни, то, что... быстро летит. Ну, давайте покажу вам два лака. Два лака я могу открыть. И заказала моя мама. Первый лак у нас в оттенке Emerald City. Изумрудный он назывался. Вернее, не оба заказала мама. Я неправильно вам сказала. Вот этот заказала мама в подарок моей племяннице, потому что та увидела у мамы такой лак. И, естественно, ей захотелось лето. Такой темной бирюзы. И она ей в подарок. А второй вот в таком оттенке. Buttersweet. По-моему, яблочный сидр он на русском назывался. Я за ним что-то гонялась пару каталогов. И он мне не приходил. Как бы его никогда не было на складе. И вот, наконец-то. Вот. Это одна из новинок недавних оттенков. Очень мне понравился. Камера передает чуть бледнее, мне кажется. Вот, но красивый оттенок. С удовольствием буду пользоваться. Также из миниатюров заказали у меня Avon Femme. Это у меня есть девочка, постоянная покупательница. Она очень любит этот аромат. И она его покупает в миниатюрках. Вот был 10 мл. Как только увидела, она в миниатюрках 30. Естественно, заказала. Потому что стоимость его всего 279 рублей по каталогу. Затем суперское предложение было на мое любимое средство из серии Enyu. Это заряд энергии, крем для лица, совершенство, мгновенное выравнивание. Это перфектор, он такой немножко силиконистый, но он действительно идеально выравнивает кожу и подготавливает ее к макияжу, поэтому я ни на что его не променяю. Он всегда стоит 475, самая дешевая цена, самый стандартный 495, а в этом каталоге он был всего за 415. Поэтому, конечно. Затем у меня... попросили мои мужчины. У меня, в общем, я всегда в баню своим мужчинам покупаю эйвонские шампуни, гели для души, и в основном из серии Avon Man. И вот приехала я как-то на днях, и папа мне говорит, вот у него там друг ходит к нему в баню париться, и жалуется, что у него от многих шампуней чешется голова. Папа ему предложил свой, и, в общем, поэтому
В общем, его сосед тоже хочет такую шампунь, от нее у него голова не чешется. Вот ему заказали Avon Man из серии «Активизируйся». Тут это 3 в 1, в общем, шампунь, ополаскиватель, гель для душа. Но эта серия шла в наборе по выгодной цене, и к ней еще было вот такое комплексное средство для лица. Это бальзам после бритья и увлажняющий крем, как бы 2 в 1. И комплексное средство 2 в 1, очищающий гель и гель для бритья. Этот в объеме 150 мл, а этот такой малютка, сколько в нем? 100. В общем, шампунь это сосед купит, а вот эти 2 средства, это у меня племянник, попросил ему. Он говорит, закажи тогда Кока мне набор, из набора 2 средства я заберу себе, потому что он только начинает бриться, и все это ему как раз надо. Также хорошее было предложение на шариковые дезодоранты. Я давным-давно пользовалась шариковыми дезодорантами от Avon. Потом я перешла на спреи. Спреи от Avon меня вполне устраивали. А сейчас я часто нахожусь дома, либо выхожу куда-то на улицу во второй половине дня и могу потестировать. Единственный недостаток этих дезодорантов, насколько я помню, это то, что нужно подождать, пока они подсохнут. Но если не торопиться никуда, то очень даже хорошо. Затем я даже каталог принесла, чтобы показать. У меня мама заказала солнцезащитные очки. Так, сейчас я посмотрю, на какой же у нее страница, чтобы побыстрее найти. Так, мы заказали вот такие очки Джоанна за 349 рублей, но их не оказалось на складе, и нам предложили замену. А замену предложили очки, которые я хотела заказать себе в следующем каталоге. И уж раз его заменили, мы решили, что да, вот они вот так приходят, я вам сейчас покажу. Мы решили их заказать. Если маме подойдут, они останутся у нее. Если не подойдут, я себе оставлю. Слушайте, ну прям прикольные. Они называются вот эти, Лидия. В общем, вместо Джоанны нам пришли очки Лидия. Вот они так выглядят. Вот постараюсь я оставить фотку на себе как-нибудь. Обычно в Инстаграм, всегда в сторис я вот эти все дела выкладываю раньше. И в процессе носки все очки, извиняюсь, что у меня першит горло. И постоянно гуляю с дочкой, снимаю сторисы, поэтому у меня, кто подписан на Avon Best Вера, они видят это все в реальности. И еще один такой кот в мешке, тоже моя новая клиентка, которую всего второй раз у меня заказывает по интернету. Она заказала балетки Vivienne за 199 рублей. И я, к сожалению, не могу их вам показать. Они пришли в абсолютно запаянном пакете, и они пришли в мешке. Вот, я могу вам только показать их в каталоге. Когда она мне прислала по интернету свой заказ, я долго думала, где же она нашла балетки за 199. Я вот в последнее время акцентировала внимание на за 999, но они были вот прям тотальная ликвидация на 105 странице. Кто еще будет делать заказ по третьей неделе, могут успеть. Всего 199 рублей, но представлен только размер 38-39. В общем, такие балеточки пришли, они вот в этом мешочке. Потом я спрошу у клиентки, как ей они подошли, не подошли, и вам расскажу, кому интересно. И еще такой момент. Ну, помимо того, что я миллион пробников заказала опять помад, потому что лето, у меня начинают, что-то у меня поиссякли запасы, и у меня девочки начинают помады спрашивать, я заказала на баллы по клубу Эксперт 3 вот таких пробничка Инью, ой, вернее, 2 Инью и 1 Нутроэффект. Они были, по-моему, 2 за 5 баллов и 1 за 4, потому что у меня осталось 14 баллов всего, и вот я смогла их обменять на пробнички, чтобы у меня по нулям было. Но это у меня от на имя мужа заказ оформлен, а у меня еще там остались. Я что-то, когда свой заказ оформляла, я не обратила внимания, что появились такие дешевенькие продукты, которые баллы можно потратить на самые
малое количество. Конечно, заказал пакетики, они у меня летают с такой быстротой, что я даже не успеваю иногда обнаруживать, что все. Пришел уже у меня каталог 12, на него еще у меня обзора нет. Я сделаю на него обзор, когда получу первый заказ по 11 каталогу. И пришли распродажки, которые уже есть у меня в обзоре на, какой у нас получается, на 11 каталог. И там вот эти вот распродажки есть у меня, кому интересно. Заходите у меня в плейлисте Иван Саранск, все это есть. Ну вот таким вот был мой заказик. Всем огромное спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, обязательно спрашивайте, на все отвечу. Хотите зарегистрироваться, пишите, зарегистрирую. Будете получать все со скидками, с подарками. Так что всем до новых встреч. Будет у меня по этому каталогу еще и третий заказ по третьей неделе, поэтому я не прощаюсь, как бы так надолго, да? Обычно у меня бывает три в праздничные какие-то такие месяца, а так одну, ну, два раза, две недели обязательно. Вот поэтому будет у меня еще и третья неделя, как-то летняя получилась. Объясню, почему, когда получу третий заказ. Всем огромное спасибо за внимание, всем пока-пока и до встречи в новых видео.